Убей их. Я всех убил. Я запись включил. А, это будки как в ларьке в каком-то. Ухло стоит. Килька, сигарета. Ну а чё ты по-твоему там караульные делают эти самые постовые? Как они там? Караул туда идет. Бухают, курят, жрут, и что им еще делать-то? Смотри, у нас только эта карта выпадает. Да? Это же хорошо. Да есть этот, поговорка такая. Под армией спал спокойно, потому что знал, что охраняют. В армии спал плохо, потому что сам охранял. А после армии не сплю вообще, потому что знаю, как охраняют. Давай-давай, починки. Долетаем, да? Да, на край долетим. Так, а я попробую как можно дальше протянуть. Сюда, на желтую полечу. И вообще, я хочу к себе в ангар слетать. Ностальгия. Меня там кар на X8 с глушаком ждет. Дарабаш тебя там. С почечником ждет. С компесом. ПП. Я, кстати, только с фламигазом от ПП. Вот эти два ангара надо лутать. А потом уже почему-то. Трое нашим курсом, а может даже четверть. Да они сейчас сюда и упадут. А, нет, открыл парашют. Он дальше идет. Открыл. Он у всех открылся. Четыре человека над нами. В ангары впускаемся или нет? Не, я пытаюсь до починок. Ну я до починок дотяну. Ну почти, не дотянем до поля. А вон те же пидоры дотянут. Да, они выше открыли. Мы будем бежать по земле. Так, один падает, короче, сюда. Один где-то вообще отстал, короче. Один летит, один упал в ангар. Один упал в ангар, который... Он падает, резко пошел падать. Сука, в яму упади, в яму упади. В яму. Нет, в дом упал. Пойдем запьем его кулаками, Тоха. Не, давай в соседний дом, он сейчас возьмет уже пушку. Случай есть чем отстреливаться дробашом. Нихера себе. Это еще тот, кто первый забежал, он еще жив, он еще в доме. Ты уже там убил кого-то, что ли? Да. Но еще в доме живой. Сейчас с дробашом приду. Иду, у меня сайга. В этом синем доме надо его троем забить. Сейчас забьем. Тоха, ты понял, кто первый забежал, он жив. Так, погоди, это в каком доме? Сам первый, куда он забежал. Я слышу, как он перезаряжается. А, в котором ты, что ли, сейчас? Нет. В синем, я иду в него. Вот этот синий дом. Вот здесь. Вот этот дом. Вот я прислонился. Он в нем должен быть на втором этаже. Все, заходим, убиваем. Всех не выбит. Идем, Стас, ты где? Захожу. Друг его, их не третий друг, в поле падал. Сейчас смотрим. Да. Вон, бежит. С чего ей стреляем? Бежим за ним. Встречаем, он без карты. Где? Да бежим и все. Вон он с дробашом подбегает к нам. Опа. Ой, слева. Осторожно, вон он сел. Он сидит за бетонкой большой. Он сидит. Чего? Стас, подними. Поднимаю. Он еще жив. Погоди. Тоха! Сзади люди.
Не? Стотоху, ляж, не шуми. Не знаю, я пошел. Тишина. Блин, экшен. Ну ништяк. Аптечка есть какой-нибудь? Есть. Одна банка, 4 бинта. Бинты я использую, правда. Наверх давай поднимайся, здесь этот. Подожди. Так что, вкусняшки были у кого? Нет. А, этот пустой. На аптеку. Слушай, двухстолка так нормально сработала. Че, по чекборик вы на нее? Вот, давайте покрашу. Кого? Двухстолку твою. Мясо? Ох, нихера, она прикольно выглядит, кстати. Ну это самое дешевое, это как твоя МК. Ну, оно выглядит охрененно. Так, лучше, чем обычное черное. Есть... Пипец, у меня топ МК без патрона. У меня дробаш. Тут бегает. Это мой? Я. Так, надо каску. Броня у меня убитая первая. Каски нет. Так, каску я нашел. Пипец, у меня еще был пукло, а я его даже не зарядил. О, калаш, ёптать. Заря красил, я его скинул. Хоть стрелять еще. Так, тут первая брони, две штуки. Ты тоже быстро убил в доме. Поднялся, и я за тобой, и он сразу труп. Ты его там я ему с двух стволов, я вот в войнуху всадил уже. Семерки кому нужны? Мне. Вот здесь лежат, точку поставил. Давай. Блять, одна первая броня. Первая? Я бы взял бы. Да, он в моем доме, внизу самом. А мне... раненые. Огречение через 5. А, мы в зоне, отлично. Где все? Где сраные пятерки? К семерке. Семерки тебе тут лежат. Возле... где-то в твоем доме, я так понял. Да. Да. Блять, надо быстрее пылесосить, надо стволы искать. ПП тут носит? Нет. Нет. УЗИ лежит. А я уже без ПП. Я... идиот, бегаю, короче, рюкзаки вижу, не беру, думаю, что мне нихера не лезет. Нет, тебе нужен третий. Машина рюкзак. Где-то была. Третий рюкзак тебе нужен. Ты же кабанчиком будешь. Каким кабанчиком? Кабанчик уже 3 фрага. Нет. Я в первом, в двух боях кабанчиком был. Как 3 фрага? Я одного убил. Так. У меня 3 фрага уже. В смысле, их четверо было? Четверо было. Один еще в дом забегал, ты говорил, догоняем, догоняем. Мы в это время со Стасом... Вторая каска, точку поставил. 30. Здесь же сразу направо семерки лежат в туалете. Лехины ботинки, ее просто. Так, семерочки. Второй броник дальше в комнате. Так, о, второй убитый заберу. Первый этаж здесь нормальный, лутаните там. Каска вторая. Второй броник на втором этаже тоже. Так, меня больше семерки интересуют. Семерки там тоже были. Я взял.
Еще раз, ПП кто-то носит? Увеличенный Нет. быстрого доступа. Нет, да? Нет. Скидываю. Хотя ладно, вместо сайги у меня еще может что-то пойдет. Каску вторую не забрали. Ну, может, заберу. Каска на красный? Точка, да. Труба. На первом этаже. Труба. Труба, это хорошо. О, вместо сайги ВСС возьму. Блядь, длинная М. Вторая броня нужна какая-нибудь? Я 2-2. Ладно, буду стопы с калашом. Ёб твою! Ой, как рядом! Я ж кирпичи наложил, навалил, блин. Я пытаюсь на кухне здесь под стол залезть от страха. Лёжа. Он не залазит. Скар нужен кому-то? Скарл? Да. Да. Скар или Кар? Кар, Скар. Карель. У тебя Скарл все время выходит как Карпуш, а у тебя первая буква пропадает из-за того, что голосовая активация не точно. Убирай точку сказки. Точку сказки убрал, поставил точку на Кар. На Скар. Я иду. Он в конце вот здесь, вот, вот здесь. О, вот тут. Отлично. X2 надо, Сэнс? 2 есть. Тоха. У меня труба. А. Выкидываю. Второй броник это... Жопа кому-то на ТПМ-ку надо? Нет, ТПМ-ка. У меня есть. Жопа есть? Да. Ну, странно было, если меня бы не было. Ой, не туда побежал, надо же там утонуть. Что-то по аптекам беда вообще. Все 2-2, правильно? Да. Да. Аптека. Одна аптека, две банки. 0-0. Три аптеки, четыре банки. Поделюсь. Топ-эмка. Топ-эмка, это хорошо. Пашка возьмет, нет? Ну, да, с Карл скину. Карл возьму. А что ты вот до этого не взял? А, не, погоди. Не, оставь, у меня же ВСС есть, я забыл. О. Нет, в будке, что ли? Нет, в этой, на вышке. Ну-ка, мне на ВСС надо что-нибудь. Обвесик какой-нибудь. По щечка. По и магазина. Вектор. Пять бинтов нашел, слава яйцам. Так, как пистолет тоже не нужен. Тут хорошо поперло. Баночку еще нашел. Так, Антошке рискнуть до ангара сбегать. Тут далеко, там мотоцикл стоит. Ёб твою! Кар! Кар X8, это делимо. Так, теперь мне под щечку надо. Вообще, а мне все на Кар надо. И на М-ка. И взять длинную М-ку вместо ВСС-а. Я не буду. Я до ангара побежал. Точнее, поехал. Так,
Так, все, я, короче, прекращаю лут. Стой. У меня люди. Блять, ёбаный рот. Я с тобой бегаю по трубе. А что ты прекращаешь лут? Ну все, я набрал. Мне нечего больше брать. Мне пятерок надо, у меня 50 пятерок. Все. 110. Пятерок, 170. На пятерок. Стой. Да, я, может, найду еще, я сейчас побегаю потом. Седар. А тебе еще 40 на дорожку. Спасибо. Пойду. Кто-то еще лутал? Нет. Открыто, если не открыто, нет. Скарл. Я топ-эмку. Я свой скар поменяю на топ-эмку. Миник. Скарл миник, скарл миник. Ну, хотя пятерочки уже нахожу. Ай, бля, зона идет. Ну и чё там только? В ангаре, любимый. Кар? А, нет, не кар. Кто едет? Чё? Я. Зона идет, сваливаем. Поехали, баги есть. Ну, на баги едьте тогда. Сейчас пиксели будут. Да нахер! Я предупреждал. Хп вообще не упал. Повезло. Пацаны, давайте только не дохнут. Фут охуенный. ВСС? С корольным душаке. Машина в дерево врет, горит. Берет. Там еще одна машина. А куда мы вообще едем? Вот сюда. Вот по этому. Машина горит. Осторожно, здесь ящики валяются. Мы могли же убежать. Выходим осторожно. Могут в доме сидеть. Сначала дом чекаем, потом ящики лутаем. Сначала дом. Вот вроде... Подожди, на балконе что-то черное мелькнуло. А, это шкаф там стоит. Блять, нету боевого, сейчас бы закинул бы. Сейчас на первом этаже посидим. Двигайтесь. Сядьте. Банка стоит, по-любому бы не это. Сейчас. Тут ящики лежат на улице. Могла зону убить. Кого? А это шкаф стоял, я думал, человек лежал. Пойдем пощупаем ящики. Сколько их там? Один? Понятно. Чё? Бомжар без ничего. Только одежда, бинты. А может сюда и выпали просто с самого начала. Да, сразу взорвались. Так я скидываю. Чё? А, ну давай скинемся. Жопу пока я на тупэмку оставлю. Татар скинул. 4... Икс чё? Одна аптека и X4 одна банка. Нужен кому? Нет. У меня восьмерка. Ну да, я X2 скину. На тебе X4. Но у меня есть. Коллиматор второй мне не нужен. Одна аптека, 4 банки. Так, на тебе одну аптеку. 4 банки? Да. Где 2 банки? Это... Так. Тоха, сколько банок? А у меня одна. Бери. Одна банка? Бери, токи банки. Под... Не, под это, на тебе еще 2, Пашка.
Че, у меня 4. У тебя 4 банки? Да. У меня сейчас 4, Тоха, у тебя сколько? Сейчас 3, будет 5. 4, 5. Так, стреляли по моему мотоциклу. Да? Где, не вижу. Пойду лежать. Ну он стоит вон там, вот возле этого сортира. Значит, откуда-то оттуда, да. Куда смотрит сейчас здесь, Стас? На этом балконе самый лучший обзор, если лежать. Никто тебя трогать не может, а ты все видишь. Я тут в PUBG Mobile уже 3 раза лежал. Ой, зона идет, а мы не в зоне. А где? Надо съебывать. Дом-то топовый, но надо искать другое место, яло. Поехали. У каждого свой баги. Нет, стреляет не по-моему мотоцикл. У меня баги ранен. Значит, по-твоему, наверное, стреляли. А, или это я влепился там. В пикселе. Стас, помнишь, где мы сидели сегодня? Дом с крышей. На крыше. В этот дом белый едет. А, понял про какой. Вот здесь. Тут УАЗик. А, нет, убитый. Да сука, заглохни ты. Подбежал, и он заглох. Вот скотина, а. Тут лута на никого нет. Улежать надо. А кто-то не зашел. Уже уезжать пора. Ай, блин, зона ушла. Ну да, надо занимать что-нибудь. Что там, наверное, на сверху дома какие-то. Две эти башни магов. Че, может, башни магов все сели-то? Не-не-не-не. Три башни магов. Это, да это жесть просто. Там выкуриваются. Поджимаемся под рельеф. Какой-нибудь вот здесь. Хороший рельеф. Вот здесь вот возле башни магов, я помню, на тропинке мы лежали там. Крутые рельефы. И обороняем. Поехали. Ну все, вылезаем. Пешком или на тачках? На тачках. Я на мотоцикле. В гору еще далеко. Пипец, блин, кар на X8 я еще ни разу не выстрелил, зона уже маленькая. Да вообще капец это. Как ее стрелять? Трек. Слева далеко сверху стреляют. Ой, УАЗик слева. Ой. Право, УАЗик. Справа. Надо искать весь рельеф. Вот камень. Вот камень. Давай, взрывом камнем. Блять, я смотрю на мотоцикл и думал, что это человек в углу сидит. Циц. Вижу УАЗик внизу, там пируэты наяривают. Далеко, далеко. К нам идет. А, будет сейчас 200. К нам подниматься, да. УАЗик? Да, сейчас да, будет да, подниматься, да. Но он подъедет к этим домам. Человек бежит из синим дома 220 за ним. Дайте ему подъехать, чтобы обратной дороги не было. А нет, он мимо проедет. Их двое. Пускай едут. Я, кстати, смотрел, просматривал видео, которое потом после убийства. И... Тело внизу бежит. Да, 95.
Пусть бежит от зоны Далеко. зоны. До хрена народу не стреляет на такие дистанции, как мы стреляем. Вот типа как вот по этому телу или это. Просто бегут, смотрят, видят и ничего не делают. А я к дому подойду, что-то здесь. Неудобно. Здесь, кстати, получше место. Здесь снизу не простреливают. Да, заборы хорошие. Ёпта, еще. Бабочка. Бабочку смуглся. Ебать там народу бегает. За зоной. Ой. Так, мне надо банку купить. Да, кстати, мне тоже. И в зону потом бежим наверх. Уставимся по полной или нет? Ну, не знаю, как хочешь. Тебе 5 банок? Я проебал момент. 3. Умер ли он от игровой зоны, либо он там сидит на бустах. Нам идти надо, Тох. Пойдем. Сейчас. Бустану. Это слишком небо яркое, оно, блядь, слепит. Очкенин. Сверху стреляются, справа далеко. Дальше не знаю, вот башня магов есть. Она в зоне, кстати. Можно поджаться и за ней сидеть. Не, даже не заходить. Можно. Я боюсь, сейчас вот слева снизу там будут. Не кричите. Слушайте. Да, я поджимаюсь, я, может, на первый этаж зайду. Да. Вот, я захожу в зону. Вазики поехали. Я зайду на второй. Осторожно. Вазики, что к нам едут? Я выйду. Сейчас принимать будем, если к нам подъедут. Потому что мы в зоне, а они должны будут через нас приезжать. Приготовьтесь на автомат. Они сюда едут? Башни? Как-то так, что я их не вижу. Они через верх. Они проехали, уехали через верх. Сейчас за ними могут идти пешком кто-нибудь. Возле камня 65. Ой, принимают. Все, принимают. Возле. Убил кто? Убил налево, убил. Я возле камня убил. Открыто достижение, стрельба на дальней дистанции, эксперт. Эксперт, ты с коллиматора за 300 метров, помнишь, убил? Да-да-да, одним патроном. А тут снайперки. О, а мы в зоне, кстати. Зона там, где мы сейчас убили, вот этот камень, нам туда потом идти. Это зона, так что можете бустаться, там лежит ящик. Наберем там всего. Так, сколько? 40 секунд, я жру обе банки. Фулл буст. Я одну выпью и потихоньку пойду. Так, ну я убил сразу. Я не нокал. Значит, эти были последние двое. А остальные там прямо, куда мы бежим. Я даже вперед пойду. Не, надо за камень добежать, за камень. Камень за топ. Чтоб нам в спину сейчас не пришли. Надо водик взрывать. Они там еще, там живой, живой, живой. Кидает сюда.
Вазон выдавил. Блять. Убегайте. Бегите. Вазон выдавил. Я тут буду лежать. Зону я перед упал. Нами. Там гранты кидают. Бабочки летают. Короче, я кар скидываю. Так, ну а я, наверное, ВСС скидываю. Не ошибаюсь, на 65 за деревом ползает. Почему я не могу рюкзак скинуть? Места много. А чё, у меня ничего нет, я все выкинул. О, я скинул. Кто дымы кинул? Не мы, да? Нет. Я скинул. Нам ползти к... Тофа, к тебе нам ползти. Ты в зоне, да? Да, ты тут хочешь... возле меня я пятерки скинул, я рядом с зоной. Есть дымы? Прокинь дымы направо. Да. И я поползу к тебе. Мы в одном месте. Я даже в дым поползу. Мы в одном а месте. А еще дальше можешь кинуть? Нет, все. Их трое. И нас трое. У них преимущество, они за деревом. Они здесь в низине, скорее всего. Они туда гранату кидали. Возможно, разные ползуны. Не сквад, а два сквада. А, так он убил. Осталось. От зоны кто умер, значит, от зоны. Осталось двое. Так, предлагаю, может, сидеть. Или бегать. Бегать, бегать, бегать. Я возьму топ-эмку. Не-не-не-не-не, пока ждем. Взял топ-эмку и выкинул. Нам в зону заползать. Что-то я боюсь. Я потихоньку чекаю. Кинул гранту под дерево. Вставай, 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 Стас. Справа бьет. Да. Вот так бьет. Вот. Это разные Всё, были. Топчик. Это были разные. Нет, нет, это сквад был. Я ты его нокнул? А, понятно. Да. А я думаю, куда он там направо стреляет в тебя, видимо. Отлично. От достижения фантастическая четверка. Какая настройка, ёпрст. 4 фрага, нормуль.